хочешь, чтоб в стране царил покой, тогда навек лиши себя покоя. Я днем и ночью, точно дух бессонный, мир стерегу под сводами дворца. Наш век жесток, достойный Драстамат. Я не ропщу, но тяжко бремя власти. Олимпия, которая всегда мне представлялась ангелом невинным, примкнула ныне к недругам моим. Царица, мы готовы клятву дать, что возвратим тебе любовь Аршака. Проси Валеса, пусть ударом мощным Аршака сломит, подчинить себе. Тогда война, раскол его заставит к тебе с мольбой о помощи прийти. Ах, тяжко мне решиться на такое. Верните мне любовь царя, и я готова на любые испытания. Мы византийского царя заверим клятвой в том, что Аршак опасен для него. Ты край наш не любила никогда. В моей стране ты, будучи царицей, осталась чужестранкой. Вот причина, Олимпия, падения твоего. Да, я повинна, царь. Зачем скрывать? Но ведь и ты преступник предо мною. Ты дал любви и верности обет, а ныне оттолкнул меня жестоко. Just show.
Ваш ринец, спасом так увидеть.
Oh,
Государь моим словам, прощение даровал царице. Простил он каждого из нас и все забыл великодушно. Кто меч поднимет на царя, да будет обречен на гибель, да воцарятся навсегда в отчизне нашей мир и счастье. Простить, забыть и помириться с ними? Но искренне ли раскаяние их? Не лицемерно ли оно? Как знать? Кому же мне верить, если самый близкий и тот меня сегодня предает? Коварство, заговор, измена тебя преследуют повсюду. И даже в собственном дворце друзей ты не имеешь, царь. Нет у меня друзей? Так что ж, зато врагов куда как много. Но я могуч, неумолим. Пусть от меня не ждут пощады. В тревоге вечной ты за трон, за жизнь свою безрассудный. Твой гнев не убывает, царь. Ты и ужасен, и жесток. Да снизойдет на вас благословение Создателя и ныне, и навеки. Послушайтесь Господнего завета, вы, жены и мужи страны армянской. Зачем на радость недругам коварным тревожить распрями покой отчизны? Ужасен и жесток. О, нет, нет, Парандзем, ты не права. Для тех, кто помыслами чист, для тех, кому отчизна наша дороже чести, славы, жизни, я не ужасен, не жесток. Лишен я трона, славы я лишен, пока живет и правит царь надменный. Но завтра праздник, и в последний раз дадим ему из чаши примирения хлебнуть вина. Наивная царица поможет совершиться замыслом моим. Царь, заклинаю, будь великодушен. Забудь, прости и примирись. И знай, что этот сбор твоей стране во благо. Но если ты случайно повстречалась на жизненном пути мне, почему так радостен стук сердца моего, и все забыто в этот миг счастливый? Молитва возвратит душе твоей спокойствие и умиротворение. Хочу молиться. Слов достойных нет. Прошу я счастья, небо шлет мне раны. Ты, Парандзем, проси благословения Господнего, и он тебя услышит. Thank you.
Yeah.
горкит, кони обруми шуме розаркан. Эмермит огна, море собрем. Аганан да синверчинан кам, Schweite, Gott an Welles, wie an Ito, es in Tabuhi. Je weint er, o Knackan im Kalini. День примирения, вот он наступил. И ныне ликование в каждом доме, и в каждом уголке родного края, и в каждом сердце радость и покой. Уходит зло из душ людских сегодня, забыты распри, бедствия и смуты. Так пусть звучит везде веселый смех, и пусть вино искрится в наших кубках.
Thank you.
раненый Драстамат спешит созвать на помощь тех, кто, не ведая о коварной интриге, продолжает во дворце свой шумный пир. Но это не последняя услуга, которую окажет своему царю Драстамат. Пройдут годы. Освободившись из плена, Драстамат в войне с кушанами спасет от плена и позора персидского царя и будет возвеличен и прославлен. Шапух, восхищенный его подвигами, скажет Драстамату: «Проси всего, что пожелаешь, ни в чем не будет тебе отказа». И Драстамат, презрев смерть, попросит: «Дозволь мне посетить замок Анхуш и повидать своего господина, царя Армении Аршака». И темной тучей нахмурится царь царей Шапух, ибо доселе никто еще не осмеливался напоминать ему об узниках этого замка и называть Аршака царем. «Тебе нужно было породеть о собственном благе», — скажет Драстамату Шапух. «Ты должен был просить вотчины сокровищ, но пусть будет по-твоему». И Драстамат прибудет в замок Ануш, снимет оковы с царя Аршака, омоет его благовонной водой, будет прислуживать ему за царским столом и развлекать, а потом преподнесет ему фрукты. Об этом тоже написано в древних манускриптах. Дав, дав, окнутен! 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 Айсэ! Come on, let me have it all. For a beat.
хочу, чтобы моя держава была могуча, как утес, величественна и прекрасна, как наш священный Арарат, чтобы сияло ярче солнце и не склоняло головы перед врагами никогда. Хочу, чтобы в одном строю с царем своим всегда стояли простолюдин и гордый князь во имя Родины, во имя страны армянской. Я хочу, чтобы вовек не затмевали ее небес густые тучи. Пусть незакатно светит солнце. Пусть мой народ живет в веках счастливый, вольный и могучий.